Сегодня суд Южноафриканской Претории предъявил шестикратному паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу обвинение в умышленном убийстве. Услышав эти слова от прокурора, легендарный спортсмен не смог сдержать слез. Инцидент произошел накануне вечером. Известный легкоатлет в собственном доме застрелил возлюбленную модель Риву Стинка. По версии самого бегуна, она готовила ему сюрприз ко дню Святого Валентина и без предупреждения вошла в дом. Писториус, перепутав ее с грабителем, 4 раза выстрелил. Одна пуля попала девушке в руку, еще 3 в голову. Однако в полиции сомневаются в том, что убийство произошло случайно. По словам соседей, в доме Писториуса часто возникали ссоры. Если вина спортсмена будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.